Продуктовые наборы взамен горячего питания получили норильские школьники. Продовольствие раздают согласно постановлению краевого правительства. Ученики льготных категорий, которые раньше питались в школе бесплатно, теперь вместо обеда в столовой получают набор продуктов, рассчитанный на 12 дней. В нем крупа, макароны, молоко, консервы и сладости. Стоимость одного набора 1125 рублей. Столько же тратит бюджет на горячее питание одного школьника за аналогичный период. В большинстве случаев наборы забирают родители прямо в школе. Пункты выдачи организованы на первых этажах. Время посещения расписано, чтобы не создавать скопления людей. Если получатель по уважительной причине не может прийти за продуктами, школы обязаны помочь решить проблему. Если у родителей нет возможности прийти в образовательное учреждение и получить такой набор, необходимо позвонить классному руководителю или директору школы. У нас сегодня есть все для того, чтобы эти продуктовые наборы мы могли доставить именно до квартиры. Высокие цены на продукты питания, нехватка кабинетов в школе и мест в детских садах. Глава Таймыра Евгений Вершинин с рабочей поездкой посетил поселки сельского поселения Хатанга, где проверил работу социальных объектов. Несмотря на благоприятную эпидемическую обстановку, образовательные учреждения в таймырской глубинке закрыты. Дети занимаются дистанционно. Рабочая группа также изучила готовность поселков к появлению в них коронавирусной инфекции. Медики утверждают, ФАПы оснащены достаточным количеством препаратов первой необходимости. На сегодняшний день мы полностью обеспечены для оказания срочной экстренной помощи женщинам, детям и людям пожилого возраста. Сейчас у нас из-за метеоусловий больше пожилые страдают. А так вирусная инфекция, ну, идет, как дети простывают. В основном сейчас идет диарея с температурой. Ну, у нас в аптеке все есть, в принципе. Народ приобретает, и если экстренно оказывать, то есть на все наличие. Случайная встреча изменила ее жизнь навсегда. Четверть века она организует праздники, придумывает проекты, занимается рукоделием и исполняет вокальные номера. Героиня нашего сюжета – жительница Дудинки Марина Жаркова, директор городского центра народного творчества. За заслуги в развитии культуры и искусства талантливая северянка получила звание заслуженного работника Красноярского края. С ней встретилась Анна Надер. Еще ребенком Марина Жаркова проявляла творческие способности. Пока сверстницы играли в дочки-матери, она уже придумывала сценарии и ставила театральные сценки. Став чуть старше, освоила игру на баяне и начала петь. Однако после школы поступать Марина Геннадьевна собиралась на другую профессию. Один случай изменил все. Я очень благодарна судьбе, наверное, которая меня сильно так круто развернула. В плане том, что после 10 класса я собиралась поступать в Санкт-Петербург, в гидрометеорологический институт. Уже как бы документы туда подавали. Но тут вдруг я встретила нашего директора совхоза, который говорит: «Марина, может быть, ты поступишь в Кемеровский государственный институт культуры?» Хорошо подумав, Марина Геннадьевна отправилась в Кемерово поступать на организатора-методиста клубной работы. Сегодня за ее плечами четверть века в культуре. Последние 7 лет северянка возглавляет городской центр народного творчества. Для сохранения национальных традиций северных этносов Марина Жаркова и ее коллеги всегда прилагают максимум усилий. Проводят выставки и мастер-классы, встречи семейных клубов. Это самые яркие, наверное, моменты в жизни. Все-таки это встреча с оленеводами, с рыбаками, когда мы приезжали с агитбригадой на точки рыболовецкие, оленеводческие бригады, и всегда нас с огромной радостью, с огромным гостеприимством ожидали люди, именно наши промысловики. Это и на лодках, и на снегоходах, и на оленях. За свои заслуги в развитии культуры на Таймыре у Марины Жарковой немало наград разного достоинства. Среди последних – медаль заслуженного культработника региона. Но для героини нашего сюжета самая главная награда – признание земляков. Анна Надер, Олег Гармаш, Вести Красноярск из Дудинки. Северяне начали оказывать первые знаки внимания медикам, заступившим на круглосуточное дежурство в обсервации в Дудинке. В течение месяца 12 специалистов в белых халатах будут непрерывно работать в инфекционном госпитале, который развернулся на базе лечебного корпуса номер 1 Таймырской больницы. Медики готовы к разным развитиям событий. Первыми заботу о врачах проявили сотрудники районной администрации и недропользователи. Они передали в медучреждение технику, запас воды и предметы, необходимые для создания домашнего уюта. Среди подарков – холодильник, кофемашина, электрочайники и другое. Дарители уверены, это только начало. Администрация муниципального района совместно с районным советом депутатов решили оказать помощь медикам, которые оказались на переднем плане борьбы с коронавирусом.
Мы рады, что нашу акцию поддержали работники заполярного филиала, работали недропользователи. Мы приобрели технику, которая необходима людям, которые изолированы на время работниками медицины коронавируса. Мы уверены, что эта акция будет не разовая, что мы еще продолжим ее. Также будет оказана и адресная помощь и членам семьи, которые вынуждены в данный момент обходиться без своих родителей. Мы прекрасно понимаем, в каких непростых условиях они работают. Это не единственная помощь. Мы уже показывали помощь и защитными костюмами, защитными масками,